Привет, дорогие подписчики, друзья и комрады. Ну что, возвращаемся мы в Республику Тыва. Возвращаемся с хорошими новостями из Республики Хакасия. Итак, главный вопрос, который интересует абсолютно всех, это выборы главы Хакасии. Валентин Олегович Коновалов одержал уверенную победу. По предварительным данным, он набрал 63%. Что же касательно Верховного Совета, то здесь... Верховного Совета Республики Хакасия, то здесь КПРФ заняла первое место. И два, конечно, одномандатника. Что же касательно непосредственно Республики Тыва, то у нас тоже есть радостные новости. Но об этом чуть позже. Мы непременно проведем пресс-конференцию. И, соответственно, вы сможете увидеть это все у нас на канале Республика. И хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто все эти дни, недели нас поддерживал, распространял видео, комментировал, подписывался. Мы сделали на самом деле очень большую работу. Огромное спасибо всем здоровым национально-патриотическим силам, движению «За новый социализм», коммунистам, комсомольцам, депутатам Государственной Думы, которые стояли стенкой за Валентина Олеговича, депутатом Государственной Думы от КПРФ. Мы все сделали большую работу. Огромное спасибо всем тем наблюдателям, которые бились на избирательных участках. Огромное спасибо службе контроля, колл-центру. Ребята, товарищи, это наша общая победа. Как говорится, победили коммунисты, победил народ. Впереди Республику Хакасия ждет 5 лет успешной работы. Валентин Олегович, поздравляю с уверенной победой. Так держать. Мы на вас надеялись, и вы наши надежды оправдали. Ура, ура, ура. Друзья, всем большой привет. Ранее у нас утро, 7 час идет. Мы едем из Хакасии в Республику Тыва. Не спали всю ночь, ждали подведения итогов. Естественно, я чуть-чуть там поспал часик в машине. Вот. У нас действительно тоже очень много новостей и в нашем регионе, в республике. Позади меня замечательные виды. Мы в национальном парке Ергаки, ступа буддийская здесь. И вообще очень свежий воздух. Сейчас немножечко, знаете, ветерок подул, мы немножечко проснулись, в себя пришли. Ну и коли Денис говорил и благодарил каждого зрителя нашего канала за то, что вы нас всегда поддерживали, подбадривали, мы каждый комментарий читаем. Мы хотим также поприветствовать всех тех, кто всегда идет с нами, в ногу со временем, всех патриотов. Вы молодцы, действительно, эта избирательная кампания – это огромный опыт для нас, мы много чему научились. Вот, хочу поблагодарить, кстати, ребят, прежде всего, нашу молодежь. Для них это тоже такой был вызов, они проверили себя, на что они способны. И это было очень дружное такое время, все-таки агитационное, где мы только не колесили, где нас только не носило. Поэтому это уже история для нас. Я очень рад, что все получилось, как мы и планировали. Конечно же, по одномандаткам «Единая Россия» за счет этого, в принципе, в Хакасии вывезла. А так, конечно же, КПРФ одержала победу в плане голосования за партию. Друзья мои, я хочу вам пожелать каждому нашему зрителю, подписчику добра, прежде всего, разума, идейной стойкости. Мы будем продолжать нашу работу. Следите, пожалуйста, за тем, что мы делаем в Республике Тыва, какие мероприятия организовываем. Поэтому вот такое замечательное утреннее солнце, Ергаки, скалы, замечательный, чистейший свежий воздух, природа, тайга. Вас обнимаю с большим уважением. Роман Тамоев, первый секретарь Тувриском КПРФ, и Денис Денисов, заведующий молодежным отделом. Всем пока, до новых встреч. Борьба продолжается. Теперь вы понимаете, за что мы любим нашу природу, наши горы, реки. За что мы любим Республику Тыва. Посмотрите, какие позади меня замечательные, прекрасные виды. Сибирская тайга, утро, рассвет.
и туман. С любовью из Сибири.